Кто бы мог предположить, что погода так испортится? Еще вчера мы сидели на террасе и смотрели на звезды, а сегодня приходится топить камин. Садитесь ближе к огню, мистер Марч. Благодарю вас. Знаете, сейчас я окончательно утвердился в мысли, которая пришла мне в голову вчера. Я почти уверен. В чем же? В том, что мы с вами уже встречались. Может быть, в Англии? И с вами, мистер Дюрок, и с вами, мистер Браун. Вряд ли. Как знать, жизнь длинна, а мир велик. Я некоторое время был корреспондентом американской газеты «Солнце Запада» в Лондоне. Ах, вот что. Хотите, я отгадаю, о чем вы сейчас думаете, мистер Марч? Это нетрудно. Я умираю от любопытства, а мистер Браун все молчит. Молчит и смотрит на огонь. Простите, я действительно люблю смотреть на огонь. Взгляните, огненные блики складываются в человеческие фигуры. Если бы я был поэтом, написал бы стихи о том, как вечерами за каминной решеткой бродят воспоминания. Вам есть что вспомнить, мой друг. А вам? Ну, конечно. К тому же у нас есть и общие воспоминания. Еще минута, и меня не станет. И на могильной плите напишут: здесь покоится прах Эгона Марча, скончавшегося сего года и числа, от любопытства. Ну, хорошо. Воспоминания воспоминаниями, а я обещал вам сегодня рассказать недавнюю историю. Для этого можно и не вызывать духов из-за каминной решетки. Итак, полтора месяца тому назад я сошел с палубы атлантического лайнера на американскую землю. И вот тут-то я сразу вынужден быть неоригинальным. То, что произошло дальше, очень напоминает сцену, которая разыгралась вчера возле калитки этого дома. Ага, газетчик. Именно. Вот он! Который? Маленький в сутане. И с зонтиком. С зонтиком. Мистер Браун, американская пресса в нашем лице. Спасибо. Что вы думаете о современных дамских модах? Я? Да. Ничего. Как, совсем ничего? Совсем ничего. Верите ли вы, что над коптской чашей тяготеет проклятие? Над чем? Не правда ли, для детектива вашего масштаба убийство миллионера не более чем банальный уголовный эпизод? Как? Ну, а если речь идет, как в телескопской чаше, о двух миллионерах? Господа, я никогда в жизни не слышал о коптской чаше. Я выражаю вам свое соболезнование в связи с безвременной потерей двух миллионеров сразу. Больше мне нечего вам сказать. Пропустите меня, пожалуйста. Мистер Браун, еще один вопрос, пожалуйста. Минуту. Мистер Браун, вы ищете капитана Уэйна? Идемте. Простите, кого я ищу? Авиатора Питера Уэйна, друга ваших соседей по Норфолку. Соседи действительно просили передать мистеру Уэйну привет, если представится случай, но... Случай представился, идемте. Джентльмены, в деле с копской чашей не нужен детектив. Дело это в неведении рода человеческого. Над чашей тяготеет проклятие, сразившее, подобно грому небесному, и Трента, и Кордера вместе с их миллионами. Мы не знаем, кого погубила чаша до них, кого погубит после них. Но пусть Брэдер Мертон остережется. Пусть не думает, что если он в своей гордыне возвел стальную башню до небес, то небеса не поразят его своим громом в этой башне. Идемте же, мистер Браун. Кто это? Похоже, из общества спиритических исследований. Не важно, кто я, важно, кто говорит моими устами. Благодарю вас, мистер Уэйн. Отрадно было сразу же по приезде в Нью-Йорк увидеть шотландца, да еще в национальном костюме. Ну, то, что я не капитан Уэйн, я могу утверждать довольно смело,
Хотя бы потому, что капитан Уэйн ждет вас в машине за углом. Меня зовут Мэри Дрейдж. Ой, ой. Я так смущен. Я приношу... Можете не приносить. Клетчатые шотландские юбки у нью-йоркских дам сейчас в большой моде. Равно как и очки в черепаховой оправе на пол лица. И короткая стрижка. Так что шотландцы вроде меня будут еще не раз попадаться вам на нью-йоркских улицах. Не знаю, что и сказать. Я совершенно растерян. Я это заметила. И скажу вам честно, что хорошо для старушки Англии, может не сработать в Америке. Так что браться за это дело я вам не советую. За какое дело? И куда вы, собственно, меня ведете, миссис Дрейдж? Питер Уэйн все объяснит вам в машине. А что же такое, собственно, коптская чаша, мистер Уэйн? Вы ее видели? Историческая реликвия. А может быть, и не реликвия вовсе, а просто очень ценная вещь. Как она появилась в Америке, никто не знает. И сейчас ею владеет мистер Мертон. Да, Брэдер Мертон. Мой дядя Грегори Крейг, его компаньон. Вот почему я занимаюсь этой историей. Началась она не с Мертона. Он третий по счету владелец сокровищ. Первый Титус Трент, медный король, вскоре после того, как приобрел чашу, начал получать угрожающие письма от неизвестного подписывающегося Даниэль Рок. Рок требовал, чтобы чашу отдали ему и отпустил владельца на эту операцию неделю срока. Старика Трента нашли в его парке у пруда, головой в воде. И чаша была похищена? Нет, чаша хранилась в банковском сейфе. Убийца похитил часть акций медных рудников Трента. Но поскольку Трент был сказочно богат, наследники перенесли эту потерю сравнительно легко. А вот Хордер... Хордер? Брайан Хордер был кузеном Трента и получил чашу по наследству с Даниэлем Роком вместе. Труп Брайана Хордера нашли у подножья скалы, неподалеку от его приморской виллы. И не руки человеческие все это совершили. Мэри, вы полагаете, что акции Трента и львиная доля состояния Хордера исчезли без участия рук человеческих? Ваша ирония неуместна. Прошу прощения. Да, мистер Браун, Хордер имел обыкновение хранить ценные бумаги в домашнем сейфе. И хотя чаша не досталась грабителю, на то, что он выгреб из этого сейфа, думаю, можно было бы заказать несколько таких. Хватит и одной, проклятой небом. Короче говоря, вдове Хордера пришлось продать почти все, что у нее осталось, в том числе и копскую чашу. И вот тогда-то ее заполучил Мертон. С Даниэлем Роком вместе. Вы хотите сказать, что мистер Мертон получает письма от этого Рока? А вы эти письма видели? Я нет. Тогда ваш дядя или, может быть, секретарь? Секретарь просматривает далеко не всю почту, потому что Мертон, как все богачи, привык держать свои дела в секрете. Но мой дядя видел, как Мертон сердился и огорчался, читая какие-то письма. А секретарь совершенно уверен, что старика кто-то преследует. Иначе зачем было бы тому обрекать себя на добровольное заточение? А поскольку ваш талант, мистер Браун, всем известен, секретарь вместе с моим дядей поручили мне повидаться с вами и настоятельно просить вас помочь. Если вы согласитесь, тут же незамедлительно пригласить вас. Ну что же, я принимаю ваше приглашение. Тем более, что мы, кажется, уже приехали. Вы все-таки решили? У меня не было времени что-либо решать, миссис Дрейдж. Но раз вы так любезно доставили меня сюда... Да. Исследуют детективными методами плоды проклятия потусторонних сил. Дядя с вашими потусторонними силами, Мэри. Ну, конечно. Ведь вы авиатор. Вы поднимаетесь на вашей крылатой керосинке выше облаков, ничего там не обнаруживаете и считаете, что этого достаточно, чтобы смеяться над древним проклятием. Да я вовсе не смеюсь. Но когда Мэри Дрейдж говорит вам... Возьмите меня с собой встречать Паттера Брауна, иначе из вашей затеи ничего не выйдет.
Вы тут же соглашаетесь. Почему? Остановите машину. Мэри, неужели вы обиделись? Обиделась? Нет. Смешно обижаться на непосвященных. Но вы собираетесь нас покинуть? Вот именно. Меня старик Мертон не приглашал, и боюсь, что он не выдержит такой радости. Он так любит меня, что готов умереть от счастья. Всего доброго. Эта миссис принадлежит к какому-то оккультному обществу? К обществу спиритических исследований. О, есть и такое? Есть. Весьма обширная и влиятельная организация. В нее входят многие видные члены общества. Делать взносы в спиритический фонд считается хорошим тоном. Вот мы и приехали. Фундаментальная система охраны. Не правда ли, мистер Браун? Весьма фундаментальная. Можно сказать, что дом построен по собственному проекту Мертона. А он архитектор? Он миллионер. Угу. Он придумал. Архитектору осталось только облечь броневую сталь и камень во фантазию. Как вы, наверное, заметили, первые 5 этажей дома, вернее, башни, вообще без окон. Выше мертоновские апартаменты, приемные, кабинет, спальни. А вы обратили внимание, что в парке перед домом нет ни одного дерева, и кустарников тоже нет? Да, парк своеобразный, ни клочка тени. Вот именно. Так что спрятаться ему будет негде. Кому? Даниэлю Року. Больше того, если ему вздумается перелезть через стену парка, одно нажатие кнопки там, наверху, в башне, и вся ограда окажется под током. Если башня – изобретение самого старика, то ограда и парк – это заслуга его секретаря Уилтона. А, вот как. Скажите, пожалуйста, что это за люди все время попадаются нам на дороге? Ну, как вам сказать... И тут действительно видимо-невидимо. Таких, как они, шутники-американцы называют злыми дядями, враги-костоломами, а друзья-телохранителями. Да. Но при таких мерах предосторожности я вряд ли вам нужен. Без таких мер в этой стране не обойдешься. Вы думаете, покойный Хордер к ним не прибегал? Или Трент, у которого врагов было не меньше, чем миллионов, совершал одинокие прогулки пешком? Они тоже коротали свои дни в стальных башнях? Ну, нет. Они были куда беспечнее Мертона. Этот, если выезжает за пределы парка, то только в бронированном автомобиле. Ну, тогда ему нечего опасаться. Видите ли, Мертона как будто устраивает такое существование. Но ведь так не может продолжаться вечно. И Уилтон... Уилтон это секретарь. Ну да. Угу. Он считает, что наш священный долг изловить этого самого Рока, иначе все равно он рано или поздно явится за чашу. А вы сами видели эту чашу, мистер Уэйн? Нет. Видели ее очень немногие. Мертон ее никогда никому не показывал. Трент тоже. Это я точно знаю. А вот Хордер... Тут я ничего не могу сказать. По правде говоря, чаша как таковая меня никогда особенно не интересовала. Меня интересовал и интересует Даниэль Рок. Ведь это сущий дьявол. Не в том, конечно, смысле, как это считает Мэри Драйдж. А эта миссис, она давно знакома с мистером Мертоном? С незапамятных времен. Мэри знает всех, и ее все знают. Она собирает пожертвования в фонд общества спиритических исследований. Причем принята
в самых высших деловых кругах. Вот как? Ну, а я, значит, должен поймать этого Даниэля Рока. Именно для этого вы меня сюда и привезли. Я понимаю, что действовал несколько бесцеремонно, но, мистер Браун, зато вы увидите сейчас самого старика Мертона. Представляете, Мертона, императора бизнеса, в его стальной башне. Согласитесь, ради одного этого стоило приехать сюда. Может быть, может быть. Навещать узников, томящихся в заточении, мой долг. Это приемная, мистер Браун. Садитесь, пожалуйста. Благодарю вас. Идите, идите. Я не мальчишка, в конце концов, чтобы проваливать меня подобным образом. Завтра. Благодарю. Завтра. Конечно, я приду завтра. Куда же я денусь? Между прочим, когда некто Мертон 3 года назад был на волосок от разорения, он разговаривал с неким Крейком иначе. Дядя. Питер? Я думал, что в приемной никого нет. Патер Браун, если не ошибаюсь. К вашим услугам. Очень приятно. Крейг, вы простите, знаете, иногда просто не хватает терпения. Я понимаю. Что, старик там один? Нет, с ним Уилтон. Должен вам сказать, что с секретарем моему компаньону повезло. Очень добросовестный, расторопный малый, к тому же быстрый, бесшумный, как индейец. Ну, по этой части вы знаток. Мой дядя мистер Браун прославился в войнах с индейцами. Вот как? Да, помню в детстве, когда я увлекался книгами про них, вы, дядя, обучали меня их разным приемам. Правда, в моих книгах эти приемы им плохо помогали. А зато в жизни иной раз все обстояло иначе. Как? Народ, не обладавший такими достижениями цивилизации, как пушки, еще осмеливался сопротивляться вам? А представьте себе, я видел, как вооруженный только маленьким ножом индейец, в которого целились из десятка ружей, убил стоявшего на крепостной стене белого. Ножом? Но как? А он его бросил. Метнул нож, прежде чем в него успели выстрелить. Мне кажется, из этой истории можно извлечь мораль. А, вот и Уилтон. Патер Браун. Мистер Мертон примет вас через 15 минут. И что, он там сейчас один? Только на эти 15 минут. Видите ли, мистер Браун, только эти 15 минут в сутки он проводит в полном одиночестве. Но почему? Коптская чаша. А, те самые 15 минут. Как я мог забыть? Пойдем, племянник, нас ждут дела. Желаю успеха, мистер Браун. Спасибо. Простите, мистер Уилтон, я не понял. Эти 15 минут одиночества и чаша. Чудачество, причуда, может быть. Но принято считать, что финансовые его операции, которые сотрясают мир, приходят ему в голову тогда, когда он пересчитывает драгоценные камни на коптской чаше. Угу. Чаша, наверное, очень красива. А что? Да нет. Она может восхитить скорее ювелира, чем любителя прекрасного. И вам часто приходилось ее рассматривать? Прежде. Прежде? Почему прежде? Ну, хотя бы потому, что Мертон, насколько мне стало известно, никому ее не показывал. И на какие мысли наводит вас это сопоставление фактов? Я полагаю, что ваша фамилия, я имею в виду настоящую фамилию, или Трент, или Хордер. Хордер? Этот субъект, который называет себя Роком, убил моего отца и разорил мою мать. Когда Мертону понадобился секретарь, я поступил к нему на службу, рассудив, что там, где находится чаша, рано или поздно появится и преступник. А что касается фамилии, мне надоело выслушивать лицемерные соболезнования с тех пор, как мы разорились. Наверное, мне пора к нему пойти. Что? А, да, конечно.
Конечно, входите же, прошу вас. Входите. Да, мистер Крейг. Да. Все это по моему сигналу. Только что убит Брэдер Мертон. За те 15 минут, что он был один. Он и сейчас сидит в кресле у открытого окна. Голова запрокинута. В горле торчит индейская стрела. Коричневая. С красным оперением. А перед ним на столе копская чаша. Да. Да, это его секретарь. Сию минуту. Вас, мистер Крейг, полицейский инспектор. Крейг слушает вас, инспектор. А мы, компаньоны убитого, настаиваем на том, чтобы правосудие повременило те две недели, о которых просил нас патер Дональд Браун. Да, частный детектив из Англии. Об этом было в газетах. А я не знаю, как он ведет расследование и чего достиг. Нет, я еще не виделся. Он пожелал встретиться со мной завтра. Кажется, вы хотели узнать от меня, с какого расстояния могла быть пущена та стрела. Да, мнение знатока в таком деле. А уж в таких вещах я кое-что смыслю. Стреляли, должно быть, издали. Точно дальность полета индейской стрелы определить вряд ли возможно. А приблизительно? Приблизительно? Ну, я помню случаи, когда стрела пролетала поразительно большое расстояние и попадала в цель точнее пули. Правда, в наших краях индейцев давным-давно нет. Да, я это заметил. Но если предположить, что кто-нибудь из стрелков индейцев былых времен вдруг чудом оказался возле Мертоновского дома и притаился с луком ярдах в 300 от стены, я думаю, он сумел бы послать стрелу через стену и попасть в Мертона. В дни моей молодости мне случалось видеть и не такие чудеса. Не сомневаюсь, что чудеса вам приходилось не только видеть, но и творить. А что уж там, ворошить старое. Некоторым нравится ворошить старое. Надеюсь, в вашем прошлом не было ничего такого, что дало бы повод для кривотолков в связи с этой историей. Как вас понять? Вы так хорошо знакомы со всеми уловками и приемами индейцев. Что? Вы смеете намекать на то, что я убил своего компаньона? Да мы с Мертоном знакомы без малого 30 лет. Если уж ворошить старое, то любому будет ясно. У меня были десятки случаев убить Брэдера Мертона, а уж повод к этому он мне давал не десятки, а сотни раз. Если он благополучно дожил до того дня, когда кто-то проткнул ему горло стрелой, то это потому, что старый Крейг всю жизнь был тюфяком, трусливой дрянью, годной только на то, чтобы геройски воевать пушками и ружьями против стрел и томагавков. Ну что вы? А, что вы? А ведь нечто похожее вы мне сказали через 5 минут после того, как я имел счастье впервые увидеть вас. Тогда я стерпел, но теперь, когда вы перешли все границы... Видите ли, мистер Крейг, я пришел к некоторым выводам, но не считаю необходимым ссылаться на них, прежде чем смогу объяснить все до конца.
Так это и есть аэродром, мистер Уэйн? Да. Честно говоря, я не понимаю, почему пожелали встретиться со мной именно здесь, мистер Браун. Мне захотелось увидеть эти аппараты вблизи. Ну, а заодно побеседовать с вами, если позволите. Да, сколько их здесь. Вы знаете, когда я увидел стальную ограду вокруг дома Мертона, я сперва было подумал, что за ней аэродром. Тем более, что, кажется, в это время над домом Мертона как раз пролетал самолет. А они там часто летают? Да, довольно часто. Я уверен, что будущее за ними. Представляете себе самолеты вместо автомобилей. Пустые дороги. И не видно неба. Но поскольку по вашей декларации независимости каждый человек наделен равными правами... На жизнь, свободу и стремление к счастью. Вот-вот. Почему бы под стремлением к счастью не иметь в виду собственный самолет? Действительно, почему? Значит, вы говорите, самолеты в тех краях летают довольно часто. Значит, если бы над домом, скажем, низко пролетел самолет, на него не обратили бы особого внимания? Да, конечно. Да, и летчик, если бы не захотел, чтобы его узнали. Впрочем, у летчика лицо ведь скрыто огромными очками. Еще это странная шляпа. Шлем. А, да. Да, значит, узнать его, если он пролетит, ну, несколько выше открытого окна, возле которого сидел покойный. Ну, да, конечно. Боже мой, вы спятили, вы в своем уме? Вы что, считаете, если Мертон меня терпеть не мог, если он держал меня в фирменной идиотской работе с мизерным жалованием, то я... А почему он это делал? Потому что он был Мертон, низкий, злобный, завистливый человечишка. А у меня на плечах имеется голова, которая, к вашему сведению, неплохо соображает. А он хотел, чтобы в фирме была только одна такая голова, его собственная. Но это все не имеет значения. Ну, как знать. Да как вам в голову пришло? Я лишь суммирую предположения. К некоторым предварительным выводам я, пожалуй, уже пришел, но сообщить о них пока еще не время. Кого там принесло? О, сам Паттер Браун, входите, входите. Прошу прощения, миссис Дрейдж, но ваше пророчество тогда в порту не выходит у меня из головы. Именно это и привело меня к вам. Пророчество есть пророчество. Его суть не постичь разумом, его нельзя ни объяснить, ни проанализировать. Впрочем, вы же священник. Вам, наверное, приходилось иметь дело и с пророчицами, и с одержимыми. О, да, у нас их тоже сколько угодно. По-моему, в устах священника подобная ирония просто кощунственна. Ну, а как, собственно, ваши дела? Преуспели вы? В отмщении за смерть блаженной памяти миллионера. Ведь миллионеры причислены к лику святых. Едва какой-нибудь из них отдаст Богу душу, газеты тут же сообщают, что путь его жизни был озарен светом семейной Библии, которую ему в детстве читала маменька. Забавно. Святой Мертон. Такой святой, что продрожал полжизни, пока до того издрожался, что и ходить перестал. Забился, как мышь, в свою башню. Но стрела Господня нашла его и там. Нашла и в назидание другим поразила. А может быть, все-таки стрела была вполне материальная? Ну, значит, великомученика Мертона сразила стрела злодея. Ну, а что вы, собственно, знаете об этом великомученике? Позвольте вас спросить. Знаю, что он разорил сотни людей, в том числе и ваших родителей. Ну, предположим. И что вы этим хотите сказать? То, что вы из богатой наследницы превратились в сотрудницу Института спиритических исследований и, так сказать, профессиональную пророчицу, ничего другого вам не оставалось. И вы что же хотите сказать, что я... Напротив, я хочу спросить вас, почему вы его не убили?
То есть, как это, почему? Нечего сказать. Милый вы священник. Ну, что вы? Я не понимаю, к чему вы ведете. Но одно вам скажу. Мертон ваш. Невелика потеря. Ну, нет. Потеря крупная для вас. Поэтому вы его и не убили. Крейг. Добрый день, инспектор. Совершенно верно. 2 недели прошли, и срок истекает сегодня. Что предприняли? Вот собрались здесь, в Мертоновской башне, чтобы услышать, что нам сообщит Паттер Браун. Ну, разумеется, вы позвоните... Когда, мистер Браун? Через полчаса. Через полчаса, инспектор. Да-да, если окажется, что расследование, которое вел Паттер Браун, не дало нужных результатов, вы сможете приступить к исполнению своих обязанностей немедленно. Итак, Паттер Браун, вы можете сообщить нам имя убийцы? Видите ли, мне должны сюда позвонить. Только после этого, чуть позже. О, Господи! Ну, тогда можете вы сказать нам предварительно, но это не мое имя, надеюсь, и не имя моего племянника. Слушайте, вы же явно нас подозреваете, мистер Браун. Ну, все мы находимся под подозрением, не исключая меня, ведь я первый увидел труп. Но шутки в сторону. По одной вашей версии, я своей рукой пустил через ограду эту дьявольскую стрелу. А по другой, это моя работа. Именно я проделал эту штуку, только не из-за ограды, а с самолета. Видите ли, я всегда считал и то, и другое практически невероятным. Так тогда какого же черта? Крейг! Кто? А, репортеры. Через полчаса. Ждите через полчаса. Видите ли, чтобы убедиться в вашей невиновности, мне пришлось сначала обвинить вас в убийстве. Это как же понимать? Все очень просто. Отвечая на мои вопросы, вы оба очень подробно объяснили мне, как можно было бы убить Мертона, ну, доступными вам способами. А когда поняли и далеко не сразу, что я имею в виду, оба набросились на меня в совершеннейшей ярости. Крейг, какая газета? Ждите, там уже сидят ваши коллеги. Через 20 минут. Да-да. Ничего я не понимаю в том, что вы говорите, мистер Браун, и... Крейг, через 20 минут. Да куда подевался этот чертов Уилтон? Почему я должен исполнять его обязанности? Ну, наверное, он скоро даст о себе знать. Так вот, виновные так себя не ведут. Виновный с самого начала на чеку. И тогда он просто-напросто ничего не сообщит вам. Или он уж будет до конца изображать святую невинность. Но не станет виновный сначала наговаривать на себя, а потом негодовать, браниться и опровергать подозрения, которые сам же вызвал. Мистер Браун, нельзя беспредельно испытывать наше терпение. Если вы не можете до того, как вам позвонят, назвать имя убийцы, то, может быть, вы объясните, как Мертон был убит? Откуда вы стрелили? А никто ниоткуда не стрелял. В этом-то все дело. Ничего не понимаю. Ну, ладно. А вот как вы докопались до этого? От кого узнали? От вас. Что? Вы рассказали мне об индейце, бросившем нож в человека. Ну и что ж тут общего? Оружие было использовано необычным образом. Вот в чем дело. Если нож мог стать стрелой, то и стрела могла стать ножом. Принести стрелу в дом и спрятать ее было нетрудно. Тот, кто это сделал, подошел к Мертону и вонзил ему в горло стрелу, словно кинжал. А затем его, по-видимому, осенила очень остроумная идея разместить все в комнате так, чтобы каждому, кто войдет, сразу же представило, что стрела, как птица, влетела в окно. Это был кто-то, кто имел возможность войти в этот кабинет. Крейг! Кто? Мэри Дрейдж. Что? Готовы выступить свидетельницей?
Да вы что же, незримо присутствовали при том, как стрела Господня сразила Мертона? Позвольте мне, мистер Крейг, сказать ей несколько слов. Миссис Дрейдж? Спасибо. Я был уверен, что вы позвоните. Да, вы можете понадобиться. Я записал ваш телефон. Еще раз спасибо. Ну что, это тот звонок, которого вы ждали? Нет. Она готова выступить свидетельницей? Против кого? Слушайте, когда вы, наконец, нам все объясните, мистер Браун? Я уже сказал вам, я жду телефонного звонка. Вот мне позвонят, и я тут же... Крейг! Понял. Через 15 минут. Ну где же, черт возьми, секретарь? Если он думает, что это ему сойдет с рук, ну хорошо. Имя убийцы вы нам назовете после какого-то таинственного телефонного звонка. Но какое отношение ко всему этому имеет сухопарая пророчица Дрейдж? Миссис Дрейдж собирает пожертвования в фонд Института спиритических исследований. Ее принимают в самых высших деловых кругах. Мы это знаем, ну и что же? Мне оставалось выяснить, когда в фонд этого института поступили последние взносы от мистера Трента и мистера Хордера. И не совпали ли эти даты с днями, когда были совершены эти убийства? Ну, или хотя бы одно из них. Хотите сказать, что Даниэль Рок – это Мэри Дрейдж? Я хочу сказать, что Мэри Дрейдж знает Даниэла Рока в лицо. Она видела его. И скрыла от правосудия? Почему? Она что же, решила простить его по-христиански? Нет, она распорядилась своей тайной иначе. Она приняла шантажировать преступника. И это ей удалось? Вполне. А ведь это тоже преступление. Но я им не занимаюсь. И мне бы не хотелось, чтобы мы уклонялись. Уклонялись? Да сообщи, это самая пророчица в полицию. Вовремя Рок был бы схвачен. А если и нет, насколько бы бедняге Уилтону, было бы легче выслеживать преступника. Да, и третьего убийства могло бы и не быть. Возможно, возможно. Кстати, настоящая фамилия Уилтона Хордер. А я знал об этом. Я и рекомендовал его Мертону. И не ошибся, знаете, сын убитого и разоренного Роком Джона Хордера, старшего, служил Мертону верой и правдой. Мухи не давал пролететь. Если бы эта чертова спиритка помогла ему вовремя... А черт! Крейг! Уилтон, почему вы не на работе, Уилтон? Патера Брауна? Хорошо. Да. Она позвонила. Полагаю, можно. Ну, нет, до этого не дойдет. Я уверен, что не дойдет. До свидания. Но это тот телефонный звонок, которого вы ждали? Да. Ну? Господа, Уилтон нашел Даниэла Рока. И задержал его. И передал в руки правосудие? Уилтон сам осуществил правосудие. Да говорите вы яснее. Уилтон сам что? Уилтон убил Даниэла Рока. Ну и правильно сделал. Готов присягнуть на любом суде, он правильно сделал. Я тоже готов защищать Уилтона. Убить Рока это все равно, что раздавить гадюку. Значит, вы оправдываете Уилтона? Полностью и безоговорочно? Еще бы. Если полиция прохлопала все на свете, а нашелся решительный человек, который кокнул бандита, то этот человек молодец. Я готов повторить это кому угодно, где угодно. И фирма готова понести любые расходы, чтобы избавить Уилтона от возможных неприятностей. Я все сказал. Ну что же, раз вы так безоговорочно простили бедняге Уилтона его преступление или акт личного возмездия, не знаю, как вы его назовете, я думаю, Уилтону не повредит, если я расскажу вам об этом деле поподробнее. Уилтон убил Рока довольно необычным способом. Он убил его стрелой. Что? Как это? Как это? Брэдера Мертона убили стрелой? Этого убийцу и грабителя тоже стрелой? Вы имеете в виду? Я имею в виду, что Даниэлом Роком был ваш друг Брэдер Мертон. И другого Даниэла Рока нет. Что? Брэдер сошел с ума. Он свихнулся на этой проклятой чаше.
Он не понимал, что творил. Нет, чаша была только предлогом. Ну, а потом, когда он ее заполучил, ему понравилось разыгрывать чудака-миллионера. Вашему Мертону просто срочно понадобились деньги. Много денег. Да вы что? Да вы понимаете? До конца понять это дело мне опять-таки помогли вы, мистер Крейг. Да подите вы. Я не хочу иметь к этому никакого касательства. А вы не имеете, что вы. Просто вы сказали в свое время, выходя из кабинета Мертона, помните, что 3 года назад Мертон был на волосок от разорения. Ну и что из того? Ну, был. Я узнал, что потом дела его сразу и круто пошли в гору. Да я судил ему тогда. То, что вы могли судить ему тогда, было каплей в море, и вы это знаете. Фирма Мертон, Крейг и компания, как у вас тут принято говорить, вышла в большой бизнес 3 года тому назад. После того, как Брэдер Мертон, он же Даниэл Рок... Но-но-но-но-но! Все имеет пределы, Паттер. Ну, бог ты мой, что же мы теперь будем делать? Ведь это все меняет. Репортеры, воротилы бизнеса, как с ними быть? Брэдер Мертон, это же такая фигура, как президент или папа римский. Ну, разумеется, если Уилтон убил Мертона, как бы там ни было, это в корне меняет дело. Нет никаких различий. Никто из вас не возмущался тем, что Даниэла Рока прикончили как бешеного зверя, он, мол, получил по заслугам. Что ж, прекрасно. Если Даниэл Рок получил по заслугам получил и Брэдер Мертон. Пусть уж будет один для всех самосуд или одно для всех правосудие. А? Вы настаиваете на этом, мистер Браун? Настаиваю. И мы не сумеем договориться? Думаю, что нет. Ну, конечно, если вы... Есть эта чертова Мэри Дрейдж. Фирма будет скомпрометирована до конца времен. И потом... Мистер Браун, вот если бы полиция сейчас взялась за расследование этого дела, не зная, разумеется, ничего из того, о чем говорилось в этой комнате, ей удалось бы установить истину? Думаю, что исключено. Племянник, ты молодец. Мистер Браун... Мы просим вас... Я понял, я согласен. Как мне ему позвонить? Я сам сию минуту соединю вас, раз уж нет секретаря. О, черт. Полицейский инспектор, это Крейг. С вами будет говорить мистер Браун. Здравствуйте, инспектор. Я с величайшим сожалением должен сообщить вам, что мое расследование не увенчалось успехом. Нет, нет никаких следов. Примите мои извинения. И можете приступать к этому делу силами вашей полиции. Да. До свидания. Вот и вся история. Да, мой друг. За 1.5 месяца вы, насколько я могу судить, сумели неплохо познакомиться с Америкой. Я не знаю, следует ли вам предупредить нашего гостя... Нет, нет, я польщен вашим доверием, мистер Браун. И можете быть уверены, что никто никогда не узнает. Полно, мистер Марч. Я знал это с самого начала. Благодарю вас. Я хотел бы спросить... Пожалуйста, спрашивайте. Что стало с этим Уилтоном? Крейг оставил за ним место секретаря. Уилтон прекрасно справляется со своими обязанностями. Чудовищно. Ежедневно общаться с убийцей. Крейгу не привыкать. Он ежедневно общался с убийцей много лет. Кого вы имеете в виду? Мертона. Ну, а сам-то Крейг, прославивший свое имя в войнах с индейцами. Понимаю. Да. В истории нашей страны найдутся отдельные страницы, которые не совсем приятно перечитывать. Мистер Браун, дело в том, что я привык думать, и я не скрою, не раз писал об этом, что преступник – это особый тип человека. Ну, преступный тип, в котором от рождения заложено. О, Господи, да пошевелите вы мозгами, Марч.
Убийство Мертона не совпадает с тем, что вы привыкли думать. Значит, что, считать теперь, что никакого убийства не было? Я не такой уж безнадежный идиот, каким, по-видимому, кажусь вам, мистер Дюрок. Я просто хочу сказать, что многие ученые... О, да, я читал. Ученые эти пишут о преступном типе так, словно имеют в виду своего соседа, конечно, бедного. И такой ученый вполне естественное порождение мира, в котором мы живем. Так же, как и убийца-миллионер. Это и есть ваша тайна, мистер Браун? Далась вам эта тайна. И все-таки, вы не убедили меня до конца. Если убийца есть естественное порождение мира, в котором мы живем, значит, этот мир устроен безнадежно скверно? Да нет. Мне это кажется преувеличением. Вот мы сидим сейчас в уютной гостиной мистера Дюрока, в полной безопасности. Горит камин, нам уютно и спокойно, и мы знаем, что среди нас нет преступника. Увы, наш мир мало похож на гостиную моего друга. Кроме того, среди нас есть преступник. Этот преступник я. Я довольно широко известен под именем Фламбо. Фламбо? Силы небесные. Ну, конечно. Я не мог вспомнить. Теперь я узнал вас и мистера Брауна тоже. Сапфировый крест. Сапфировый крест. Ну да, конечно. Было и это. Сколько раз, прежде чем упрятать меня в тюрьму, меня спрашивали, как я мог пасть так низко. Я смеялся, а они говорили, пожалуйста, ярко выраженный преступный тип. Потом я бежал из очередной тюрьмы, и все начиналось сначала. И вот судьба столкнула меня с мистером Брауном один раз, другой, третий. И он мне сказал, что знает, почему я веду такую жизнь, и знает, почему я не должен этого делать. И тогда Фламбо исчез, и появился Дюрок. Все это было так давно. Фламбо. Нет, я не могу поверить. Что, опять не укладывается в ваши привычные представления? Когда уложится, можете выдать меня полиции.